Всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с полицейской рубрикой «Битва эвакуатора». Всем здорово! Ну а сегодня, чуваки, в этом ролике мы станем настоящими копами, ведь позади нас подготовлено два полицейских эвакуатора, на которых нам, как и всегда, нужно угнать по три тачки на каждого. Сегодня мы начинаем в центре города Лос-Антоса возле гигантских небоскребов. Ну и, чуваки, как же без наших челленджей? Благодаря вашим комментариям, сегодня нам предстоит за 8 минут не просто найти 3 машины, а найти боевые тачки из арены ВАР. Ну а кто с этим заданием не справится, получит минус 1 балл за одну машину. Поэтому, чуваки, давайте узнаем, кто из нас самый лучший сыщик. Ну а я по традиции желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита, кто сейчас кушает, ну и крутейшего настроения. Ну и кому нравятся челленджи, ребята, в моих роликах, поддержите лайкосом этот видос, мне будет безумно приятно. Но мы тогда не будем тянуть, погнали уже эвакуировать тебе коллекцию тачек. Итак, чуваки, мистер Джел, мистер Коп готов к поискам. Паша тоже уже приготовился. Чуваки, сегодня у нас на эвакуаторе полицейские, поэтому мы законно просто эвакуируем неправильно припаркованные тачки из арены ВАР. Ну что ж, 8 минут на таймере, я приготовил мигалки, включаю, ты готов, пошел. Я готов, как всегда. Ой, тебе трындец, я самый крутой сыщик, у меня нюх на боевые тачки, поэтому раз, два, три, начинаем. Давай, ребята, пока, сын. Именно, не просто так, мы начали именно в этом районе сегодня поиски, потому что тут самые... Сейчас вспомнившиеся машины. Не понял, что такое? Припаркованная машина. Я отправлюсь в гетто. Гетто? Там вспомнится Глиндейл, Доминаторы, Императоры. У меня другая тактика. Я буду по этому району проверять именно парковки. И тут стопудово заспавнится либо Доминатор, либо Глиндейл, либо если классик. Какая-то боевая машина должна быть минимум. Чуваки, но самое жесткое, что если кто-то не найдет машину из арены ВАР, он получит минус 1 балл. Ты понимаешь, Паша? Минус один балл. Да, вот если у тебя будет две машины и одна машина не арена ВАР, минус балл. Если одна машина из арена ВАР и две не арена ВАР, минус 2 балла тебе. О, надо ему, короче, это... Я у тебя буду тачки воровать, если привезешь. Точно, гениальная мысль, ребята. Я буду кататься от тебя подальше. Нет, так, смотрим. Опа, а, это нет, старая развалюха. Я думал, это какая-то машина из арена ВАР уже. Так, чуваки, арена ВАР, нюх на арену ВАР, я говорю, у меня стойки. Поэтому смотрим парковочки. А я нашел Глиндейл. Уже? Забираю. Нет, погоди. Я каждую парковку проверяю. Тут какой-то дед в новогодней шапке бегает. Так, стой! Нету ни одной машины. Где ты Глиндейл нашел? Ну я где-то в районе катаюсь. И где-то поехал. Так, ребята, ладно, я понял. В этом районе почему-то сегодня нету машин. Когда они всегда были. Вот тачки стояли какие-то, это не арена ВАР. Были, нет, да, не арена ВАР. Сплыли. Ща найду. Тут, кстати, очень много полицейских. Здравствуйте. О, так. Пока. То есть машины водятся оттуда. Чуваки, смотрим оба по времени. Уже 2 минуты пошли, прошло. Так, смотрим. У меня пока одна машина, у тебя ноль. Опа. Нет, кто сказал ноль? Да, но... одна тачка на примете есть. Ребята, вон там, может, еще какие-то есть. Сейчас, главное, чтобы она не уехала. Чуваки, ну тут вроде нету. А что за ладно, машина? Ладно. Давай, рассказывай. Я нашел красный, спортивный, с черной полосочкой. Да, Доминатор. Доминатор, нет, после... Я испугался, думал, он уехал уже. Не-не-не, нормально, ребята. Вот так разворачиваемся, аккуратно. Опа, миллиметраж. Подцепляем машину, и теперь, ребята, ищем именно в этом районе тачки. Я понял, вот тут они спавнятся, аккуратно. Все, я поеду еще на свалку, проверю, мало ли что там, может какой-то ретрак будет. Эй, моя тактика, ретрак. Ребята, я на свалку тоже должен доехать, давай, быстрее. Моя тактика, что ты все время повторяешь? Чего? Нет, это я ее просто забыл сказать, она мне еще заранее пришла в голову. Так, погружаем. Погружаем. Чуваки, времени. 3 минуты. Паша, а время-то мало? Давай, красный Доминатор. Быстрее. Опа! Все, прицепился. Так, чуваки, давайте так, чтобы Паша не успел до свалки доехать, я первый до туда доеду и посмотрю, нет ли там ретрака. Я уже на свалке, ты не успел. Что? А как ты так быстро доехал? Я посмотрю, стоять. Смотри. Моя свалка будет. Ой, с дороги. Если что, вторую машину прям сверху ставим и везем сразу этот на спавн. Так, минус балл я не хочу. Опачки. Я сегодня буду стараться найти все тачки из арены ВАР, которые у чувака есть. Еще машина. Давай.
Паша, здорово, не нашел ничего там? Здорово, ничего не нашел. Крендель, ну ладно, я тогда даже проверять не буду. Так, везем машину, зацени, красный, спортивный, это я говорю тебе, круче Глендейла твоего будет. Вот так, погоди, вот так, вот а так. Если вот, например, так. Я найду второй Глендейл, я могу его ворвать? Второй? Ну, по идее, да, можно сколько угодно сегодня ворвать тачек. Так, чуваки, кстати, можем сделать так, что в следующей серии, например, нельзя повторять машины. Вот, то есть, один Глендейл, значит, другой не может ворвать Глендейл. Или я доминатор угнал, ты не можешь. Кажется, это нереально, потому что там прикольно. Только тачки такие. Ну, это сложно. 4-3 да, штуки. Так в том-то и сложность. Сейчас мы повторим одни одинаковые коллекции и будем на одинаковых машинах кататься. Все, чуваки, половина. Я половину времени потратил на один доминатор только. Это очень много времени. Так, нет. Что там тратишь время впустую? Тихо. Да не впустую, я свалку проверял. Ой. Так, мистер Твистер, отойди. Так, ребята, быстро цепляем. Я говорю, стопудово в этом районе должна быть минимум хотя бы одна тачка из Ренуар. Я буда кататься именно по кругу. Куда ехать? Ну, куда ехать? Слушай, я нашел доминатор с синей полосочкой. Я его возьму. А ты же говорил, повторяться нельзя, только что я не понял. Я не говорил, повторяться нельзя. Ну ладно. Я говорю, если что, это в следующей серии сделаем, чуваки. Так, Арена Вар. Где может быть Арена Вар? Чуваки, времени вообще мало. Так. Это что? Это Глин? Это какого? Руинер. Я знаю. Паша, я еще помню про одну свалку, где можно спавниться, кстати, мотоцикл. Ну, мотоцикл вот это фигня какая-то, вот тут. Это мотик. Ну да, скучно. Так, гараж открывается. Не, тут развалюхи только. Нет, мотоцикла нету, пипец, все, куда закрыл, открывай давай, тут мотоцикла нету мотоцикла, прикинь, нет мотоцикла, но есть ретрак. А, нет! Как тебе такое? Нет, давай мотоцикл лучше! Нет! А что это мотоцикл? Все! Бигфут, ребята! На гигантских колесах! Так, точно ничего нет тут? Все, ребята, подцепляем! Две машины есть! Если что, я минус 2 балла не получу! Максимум минус 1 балл! Давай! Я тоже только минус 1 балл! А сколько времени у нас остается? Времени остается! 2 минуты с половиной. Ну, 2-3 минуты где-то. Давай. Все, прицепилось. 2 минуты? Ну, ладно, 3 минуты. Так, аккуратно, назад. Смотри, мне нужно приехать. Эй! А тут больше ничего нету. Здорово. До свидания. Все, машина, ребята, на спавне. И сейчас быстренько отправляемся к Аренивар в гетто-район. Угоним что-нибудь. А я второй доминатор даю себе. Точно, второй доминатор пошел. Второй доминатор. Не, ну доминатор это фигня. Чего? Глендейл лучше, он прокачивается в лимузин большой. Не, Глендейл фигня. Вот доминатор, у него таран спереди, таран щит сзади. Чуваки, вот это, я понимаю, боевая тачка. А то лимузин мощнее. А что это? Что это у тебя белоснежки какие-то? Две белые машины. Так, ну, так ребята. Получилось. У меня серая тачка, у меня красная. Значит, должна быть еще какая-нибудь зеленая. Ой, что такое? Что летает тут такое? Что это такое? Пришельцы? А, я не понял. Ладно, я уже думал, инопланетяне прилетели. Чуваки, получается, одна машина, я стопудово успею выполнить челлендж. Только вопрос, куда мне ехать? Я поеду, проверю еще раз свалку. Может быть, там что-то заспавнилось. Я говорю, стопудово не найдешь. Так, сверху ничего нет вроде. Так, чуваки, я говорю, самая классная тачка это гетто-район. Мы как раз сейчас повернем налево, и там будет гетто-район. В автосалоне пусто, я едем в капусту. Я проверяю свалку. Ну-ка, вот это крутая тачка. Свалка. Во дворах. Может быть, тут где-то что-то есть. Я уже весь эвакуатор себе помял. Ё-моё. Так, стоп, тут тупик. Направо. Куда? А где машины? Почему тут хотя бы одна машина была бы минимум? Ой! Ё-моё, ребят, я допустил ошибку. Паша! Пипец! Чё? Я совсем в ловушку загнал. Вот он район, где спавнится точно машины с Ренвар. Меня, Лёха! Картоха! Нет! Ты 3 машины уже нашел! Всё, третья! Это мотоцикл! А чё, мотоцикл? Стой! А ты где? Откуда взял? Он на свалке был! Отстань, я говорил! Да Паша! Ёлки-палки! Почему именно тебе повезло при тебе на... Заспавнилась быстрее. Потому что я проверял эту тактику 2 раза. Сейчас, если ты увез мотоцикл, значит он должен появиться по новой. Давай. Тут ретрак еще спавнится. Ретрак. Ну ретрак. Ой, пойми, кому что дать тебе. Фигушки тебе и не ретрак. Нет, а где? Пусто. Чуваки, минус балл. Минус балл близко. Я не хочу минус балл себе. Давай. Я хочу, чтобы у тебя был минус балл. Я не хочу. Быстрее. Куда мне ехать, я не понимаю.
понимаю. Так, надо искать парковки, ближайшие парковки в гетто-районе. Чуваки, ну стопудово вот туда. Доминатор может попасть один. А что там по таймеру у нас? По таймеру? Паша, я не буду даже смотреть на таймер. У нас очень мало времени. Точнее, у меня меньше минуты. Меньше 30 секунд почти. Ждем, пока Джел получит минус балл. Ой, я тут дрифчу нормально так. Быстрее! Ребята, проверяем парковки. Самые большие парковки. Слева нету. Ой, вот тут. Все, серьезно? Ну все, это трындец, последняя парковка. Красная парковка, ну там суперкары на красной парковке только спавнится. Ай, давай быстрее. Зеленая. Паша! Чё нашёл? Паша! Не стоп меня! Быстрее! Я просто начал каждую парковку объезжать! Ребята, посмотрите на время! Время вышло! Но! Я ее успел найти! Я думаю, я заметил, успел, а вот угнать не успел! Это считается или нет? Я думаю, считается! Ну, можно засчитать! Просто на последних секундах! Зеленый, такой бирюзовый Глендейл, Паша, лимузин. Неплохо. Ты там выпендрился, что у тебя есть лимузин. Опа, а вот еще один. А, это нет, старая тачка. Ну ладно, получается, ребята, цепляем машину и... Давай. Все, привозим на спавн. Я думаю, тут у меня точно коллекция получится победнее. О, такого же цвета машина. Потому что у Паши есть мотоцикл. А мотоцикл, ребята, проиграет в нашей битве. Здорово! Корова, смотри. Опа. Как тебе моя такая коллекция? Получается, я выполнил челлендж. Я нашел 3 машины из Реновар, а ты нашел... Ты нашел 2 машины из Реновар и 1 мотоцикл из Реновар. А мотоцикл-то не машина, поэтому минус балл тебе. Ладно. Это транспорт. Ну ладно, хорошо. Каждый справился с этой целью, ребята, и нашел по 3 машины. Поэтому мы их тюнингуем и переходим к испытаниям. Итак, чуваки, завершили мы свою прокачку супертачек. И помимо машин, я еще сам себя прокачал. Зацените мой новый костюмчик. Это костюмчик Арены Вар тоже. Сегодня получилось у нас 2 коллекции. Паша прокачал в тюнинге фантастика свою коллекцию, а я в тюнинге кошмар. У меня есть, получается, вот такой крутой доминатор, лимузин, чуваки, и зеленый халковый монстр трак Бигфут. Ну что ж, не просто так, сегодня мы прокачали свои машины в таком тюнинге. А чтобы вы проголосовали, у кого коллекция круче, пишите Джел или Флейзен. Ну а мы начинаем. Наше первое испытание, чуваки. Это будет гонка без правил. И причем получается, что сегодня мы на одинаковых машинах. И у тебя доминатор, и у меня доминатор. Только получается, ретракт с мотоциклом отличается. Ну что, гонка стандартная. Но не стандартные тачки, потому что они боевые. Буду пикаться, буду толкаться, тебе хана. Сегодня это стартуем до Тревора аэропорта. Кто отвечает первый, получает балл. Ну что ж, обратный отчет. 3, 2, 1, погнали! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Стоять! Я не могу машину опустить! Что? Это что такое? Она сумасшедшая! Она на задних колесах едет! Чуваки, я придумал! Я знаю, как его победить! Смотрите, берем, обгоняем! Давай, Паша! Да! Я так и знал! Ой! Теперь моя очередь! Сейчас я обгоню! Нитро! Вперед! Я свой таранчик сохраню, чуваки, чтобы ему отмутузить Пашу! Опа! Оба! Здорово! Оп! А вот так умеешь? Опа! Раз, два, три, лови! Давай! А как его отцепить? Он не цепляется! Подожди, он прилип! Паша! Ты чё? Надо было ставить боковой рывок! То есть ты вместо нитро поставил боковой рывок? Нет, нитро круче. Давай, вперед! Чуваки, кто не знает, на выбор можно поставить либо боковой рывок, чтобы пихаться, либо нитро. Я поставил нитро. А ты где? Опа! Я поставил боковой рывок! Нитро круче, вперед! Давай! Прыжок! А вот так умеешь прыгать? Все, покедывай! Я буду стрелять! Чуваки! Не надо! Так, как он все-таки цепляется? Опа! А! Вот! Я нашел кнопку! Блин! Повезло тебе, давай! Опа! Я думал, тарань будет! Вперед! Нитро-то у меня, Паша, я быстрее! Давай! Покажу прикол с боковым рывком! Какой? Ой! Покажи рывок! Нитро, давай! Готов смотреть! Нет, не готов! Эй! Не мухай! Конечно! Опа, я так тоже умею! Здравствуйте! Паша, хитрюга! Нифига! Давай! Лепёха, картоха! Сократитель! 3000, я все видел! Я с него впендюрусом в знак! Тоже прыгнул, да не повторил! Вот так! Надо было брать рывок! Налево! Давай! Ну нитро! Должно быть круче! Вперед! Ой! По прямой! Yes! Давай, доминатор! Давай, доминатор! Паша, тараним! Опа! А я не буду таранить! Ой! Что это, Пинк? Я тебя подтолкнул!
Я тебя не толкал! Я был в метре от тебя! Почему? Ребята, GTA подтолкнула Пашу, невидимая сила. Ладно, повезло тебе. Но это баг был там, короче. Ладно, 1-0, а я вот не признался. Ну что ж, перегоним ко вторым нашим машинам. Нет, чуваки, ну вы все видели, что в гонке я именно перепрыгивал Пашу. А игра подумала, что я его пихнул в зад, получается, и он улетел вперед. Ага. Ладно, повезло, я тебе турбоускорение дал, чтобы победил ты. Но теперь я победил Пашу, потому что у меня зеленый лимузин, Халкмастер. А у тебя золотой. Да, ладно, кто кого в толкучке скидывает, вот и получает по одному баллу. Зато у меня есть бургер, это моя дополнительная сила, энергия. Раз, два, тебе три. Триньец. Погнали, тебе триньец. Ой, что ты сделал? У меня игра чуть не вылетела. Погнали, ура, скидывать да. его. Изи, 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 ой. Тихо, что тихо, тормоза плохие. Изи, говоришь, Паша, изи. Паша, по коврок. Ой-ой-ой-ой-ой, не надо, не надо, не надо. Ты офигел, что ли? Это было легко. Это нечестно! Я не понял, как он меня выигрывает! Чуваки, два раза подряд! Нет, тихо! Мало каши ел дома! Сейчас я наем тебе кашу, стой, кашу тебя скину! Раз, два, три, погнали! Все! Делаем ряда красиво, скидываем его! Раз, два, три, прыжок, опа! Обманул, не буду прыгать! Оп! Почти! Надо его к краю ряда! Давай! Опа! Боковой толчок! А что у тебя сильнее? Он не понял! Слышь, ты золотой пердун! Потому что я лучший! Проезжай подо мной! Боишься? Нет, не боюсь! Я просто тактическое отступление делал! Паша! Не трогай меня! Я Халк! Зеленый! Опасный! Прекрасный! Давай! На! Ой! На нормально, у меня рога есть! Я бык, зеленый бык! Ой! Как? Он бронированный, я не могу его скинуть. Вот видишь, надо было прокачивать фантастику. Да какая фантастика? Фантастика уже всем надоела. Всем надо вот такой кошмар тюнинг. Разгон. Тюнинг. Прыжок. Ладно. Ой. Ты офигел? Паша, нет. Колесо лопнул мне даже. О, колесиков нет уже. Не трогай меня. Уезжаем. Не догонишь, не догонишь. Чуваки, мне нужна тайска. Берем, подъезжаем. Вот сюда, аккуратно. Придумай что-нибудь. Вот, я придумал. Давай, я накрываю обрыва. Оба. А теперь скидывай его. Да. Ой. Красиво. Yes! Хоть и без колеса, но я сделал его. 1 балл у меня. Перегоним к третьему, последнему раунду. 2-1, ребята. 2-1. А сейчас будет 2-2. Смотрите, выравниваем баллы. Раз, два, три. О, давай! Погнали. Зеленый. Ну что там, золотой, не получается, да, скинуть мне? Оп, на! Ой! Нормально. Не улетел? Я тоже не улетел. Это тихо. Ты улетишь. Нет, это ты улетишь. Главное его к обрыву, ребята. Ё-моё. Нет, главное, бочину. Тихо, бочину. Бочину на тебя сейчас замутузю. Не надо. Стой, я к стене. Что? Я тут буду. Не трогай меня. Тут нечестно. Давай. Нифига. Давай. Добивание. На. Ай. Нет. Добивание нет, будет нет, моей. Нет. Давай, прыгай. Прыгай, давай. Прыгай. А ты боишься? А я сейчас выберу, тебя скинешь. Раз, два, давай. Три. И прыгаю. Оп. И трогай меня. Улетаешь. Я так и знал. Ну ладно. 3-2. Какой 3-2? 3-1. 3-1 уже получается. Ребята, это надо исправлять. Срочно исправлять. Ну и на финал, ребята, у меня гигантский монстр трак, у Паши там маленький мотоцикл и испытание последний вылюшей. Врываемся на военную базу, у каждого 5 звезд. Кого сегодня военные, танки или полицейские взрывают, тот проигрывает, а кто остается в живых, получает по одному баллу. И посмотри, девочка. Паша, тебе трындец. Ты думаешь, ты от танков увернешься? Но от меня ты не уйдешь точно, потому что я буду тебя мутузить, зажимать, поджимать. Ты меня даже догнать не сможешь. Догоню ли... Легко и просто. А что я тут делаю? Быстрее! Ой, паника на борту! Я бомбану тебя! Не понял прикола! Меня еще в самом начале не бомбанули. Так, чуваки, есть один минус. Я очень это большого размера. Вот если бы я был маленьким, было бы полегче. Но, Паша, это тебе кана. Ой! Хитрый, перепрыгнул меня. Давай. Думает он, повернется так. Колесики сейчас. Ну-ка, поехали за мной. Приведу. Давай, колеса. У Бигфута колеса не лопаются, если ты не знаешь. Они бронированы. Быстро! Давай. Меня взорвали. Да! Что? Чуваки, а как это? Счет становится 3-2. Но это было быстро. Давай, дополнительный раунд выжившего.
A few minutes later. Ну а чтобы было интереснее, чуваки, второй раунд впервые мы проводим. Счет пока что 3-2. И это шанс вырваться на ничью, чуваки. Если будет 3-3, нет, я победил. Нет, повезло, меня забор заступил. Нет, не повезло, не повезло. Смотрите, дополнительный раунд. Говорю, надо выиграть именно на ничью, чуваки. Счет 3-2 пока что. Аккуратно с дороги, мистер. Ой, ой, они сзади пошли. А ты куда уехал? Давай, чтобы было честно. В центре базы, в центре базы. Так, ну давай, я в центре. А я вот тут, на. Ага, повезло, повезло. Чё, да, да, чтобы балды работать, иди сюда. Ой-ой-ой, а вот так вот, получай. Паша, танк едет, давай, подожди ко мне. Я не вижу танк, я боюсь. Не-не-не, иди сюда, не прячься, давай. Давай, играй по-честному. Я Нет. Не-не-не-не, кто выживет, давай, кто выживет. Я выживу. Тихо, так, главное, ребята, прячусь. Тихо. Он меня не видит. Он тебя видит, большой, как мишень. Давай. Нет, тебя он лучше видит, хорошо. Вот, чуваки, вот это уже интересно. Давай. Я прыгаю. А, прыгай. А я прячусь. Ну смотри, я-то могу и в ангар залететь. Давай. Опа! Что там прячешься, а? Я не прятался. Нет, я почти спрятался. Надо было там сидеть. Он меня в полете снайпнул, прикинь. Ладно, счет сегодня 4-2 в пользу Плейста, и он побеждает на мотоцикле. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. Ну а если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, чуваки, а этот видос подходит к концу. Кому понравился, поддержите его лайкосом. Ну и кстати, можете придумать тоже челлендж в комментариях, чтобы мы его провели с Пашей. Ну а с вами был Джайл Флейдин. Ссылка на Пашу будет также в описании. Также переходите и подписывайтесь. Всем удачи, всем покедова. Всем пока, народ.